Сегодня на них нет ни костюмов, ни галстуков. Однако вопросы, которые решаются здесь, за удочкой, порой ничуть не проще тех, что обсуждают в стенах парламента. Не за письменным столом решаются большие вопросы. Чаще большие вопросы и правильно решаются именно вот за дружеским столом, за шахматной доской, за бильярдным столом или, в конце концов, вот за таким замечательным столом в беседке на рыбалке. Съехались порыбачить под Киевом народные депутаты, представители бизнеса и известные артисты. Я убежден, что как и охота, как и рыбалка, это скорее всего общество, с которым ты проводишь время. В прошлый раз Вадим Мисюра занял первое место по количеству пойманной рыбы. Однако говорит, что для него результат не главное. Пусть живет и рождает новое поколение. Его приятель-бизнесмен Игорь Делов здесь тоже не только ради улова. Однако и он рыбак опытный. Когда-то был улов, по-моему, около 12 килограмм. Вот это была проблема для семьи. Надо было все почистить, пожарить. Нынешний улов пока только мелкие окуни. Но кто знает, может, именно сегодня украинские политики и бизнесмены придут к новому, важному для страны решению. NTD, Киев, Украина.